Привет, Леш. Меня слышно? Алло. Меня слышно, нет? Меня слышно, алло? Звук есть, нет? Раз, два, три. Окей. Я думал, меня не слышно. Я думал, что не отвечают. Вообще, что ли, уже? Обалдели. Не отвечают они. Заскамить, наверное, хотели, да? Понятно с вами. Все уже все. Все уже все надо было раньше.
Вот тебе. Тым-дым-тым-дым-тым. Я в курсе. Нет, Бибрус нельзя играть в Майн. Бибрус токсик. Он нам зафейлил катку в Фортнайте. Бибрус токсик. Все уже, все. Бибрус токсик. Плюс чат, чтобы не добавлять Бибруса в майн. My friend is a toxic old sleeping story. Жареная курятинка. My friend is a toxic, sleeping in the story.
Или спасибо за подписку. Хорошо, наверное, да? Весело. Нет, почему? В школе же весело, ты чё? Проводит рейд. Ого, SDVG228 проводит рейд. Офигеть. Крутой, крутой. Нет, она надоела. Как это так? Школа же имба, алё. Как может школа надоесть? В школе же хорошо, там друзья, там девочки есть. Ты чё? Ты думаешь, лучше вот целый день сидеть дома, играть в Fortnite и Minecraft? В школе же намного веселее, чем дома. Fortnite завтра, наверное, уже. Fortnite завтра. Ту-ру-ру. Да, может. Лёш, напиши код. Потому что аккаунт у меня Саминоры. Да, это реал. Тот реал закончился, это новый реал. Вон ли ваш код написал? Блин, затопленная пещера. Куда копать, не знаю. Сюда?
Минус 40, в принципе. Версия 1.19.21, по-моему. Кто там не спит, ложись спать. Все. Я ищу лаву. Железо пригодится. Один 19.22 уже. Нифига. Скоро 1.20, понял. Один 19.22. Эх, моя назаритовая Кирочка. Жалко. Назаритовая Кирочка. Весут железо. GoMine? Нет, не GoMine. Тебе нельзя играть в Майн. Ты токсил сегодня. Я тебя предупредил. Ха. Вот если бы не токсил, играл бы сейчас в Майн. Токсик, ты сегодня кинул Вуги Вомбу и этот Сайго не смог резнуть меня. И получается минус катка. Все из-за тебя. Все, все. Все, мальчик. Нет, это не случайно, ты специально. Не знаю, проси прощения у всех. Если тебя все простят, то зайдешь в Майн. Фро GDM, привет. Прощение. Мне кажется, ты сейчас будешь просить, чтоб тебе пупочку отата, а не прощение. Фроги ДМ, привет, Фроги.
О, я слышу лаву. У нас версия 1.19.22. Я нашел лаву. Это Bedrock, а не Java. Просто тупо забей, понимаешь? Наверное, можно. Точно не могу сказать. Это Bedrock, если чё. Если что, это Bedrock. Ну все. Версия Майнкрафта 1.19.20 или 22.21, наверное, 22. Желательно 22, и тогда сможешь поиграть на изи. Все, что тебе требуется. И все. Сможешь поиграть с нами там. Все такое. Может, она снизу? Нет, тебе отправят код приглашения. По коду приглашения сможешь зайти. Ник не обязательно. Чё-то я не слышал лаву. Странно. Чуть не умер. По нику. Зайдешь там в этот друзья, вкладку друзья, присоединиться Realm. И там вводишь вот этот код. И входишь. Да, можно. Вон Леваш отправил код с помощью кода присоединить.
впереди, что ли, где-то? Не слышу, не вижу. Ложитесь спать, выливайте с игры. Кто не может спать? Вот смотри, выходишь в вкладку в друзья, тут присоединиться к Реал. Тут вводишь код и присоединяешься. Ну все, поспали, нет? Быстро строим портал. Идем искать этот, как его? Крепость. Недоступно, не понял. Ты через телефон хочешь зайти? Скачай сайт там MC Hub, что ли. Майнкрафт версия последняя. Там тебе надо залогиниться в Microsoft. Я где-то тут слышу лаву, но не знаю где именно. Что-то, ну, тебе надо скачать Майнкрафт на сайте MC Hub, понимаешь? Фантастик пельмень. Вот, зайди на сайт вот этот. Напиши просто скачать Майнкрафт Bedrock последней версии, там самая первая ссылка будет на Майнкрафт. Понял? Она бесплатная. Леваш, напиши код. Тут люди требуют код. Вот код.
Давай ищи этот, как его, лаву. Она где-то тут. Я точно не знаю где, но где-то тут не получается. Ну ты пробуй еще раз. Пробуй еще раз. Ой, я нашел. Мало тут. Ее мало. Ну да, можешь на Элган. Можешь на Иль. О, тут спавнер. Ой-ой. Спасибо, фантастик пельмень. Чуть не сдох. Это что, Лёва, что ли? Все бантил. Нет, он ушел. Привет, Маш. О, ведро, найс. О, там лава до хрена. Все, изи лава. Ну, ничего хорошего. Я наверх. Какие там координаты? На лаве, которые. Это тот лев, да, это тот. Так, сколько здесь? 7-8 минус 47, 7-3. 7-8 минус 32. 33. Тридцать три, да? Фантастика, спасибо за пожертвование бибриком. Бибрики не забудут твоей доброты. О, еще тут обалдеть. Давай еще алмазы пока. Да, Леваш, твоя работа, он. Леваш, напиши код рыбы приглашения. Мума.
Обычно злая, сегодня ты добрый, ого, вот нам повезло. Фантастик, пельмень сегодня добрая. Она пожертвовала бебриком. Спасибо ей. Фантастик, бомбастик. Окей. Иди лучше фарми свои эти, как его там, ресы на квасе Майнкрафт спиц. Ложитесь спать. Спать, все спать. Эй, это моя спальня. И чё там, никто не спит? Большие массы сыпать чугов, снега, песку, наметенные юго и ветром. Занос. Офигеть, Иван Бебри, какая ты умничка, оказывается. Ложись спать, алё, чел. Блять, а ну... Все ливайте. Ливайте все. Я сейчас кое-кого вообще заблокирую. Это лев, это руина, ужас своим, пипец. Да что за ерунда? Да выйдите, ё-моё, выйдите все. Да, примерно 20-25. Примерно 20-25. Забаните ли вообще? Сейчас мы его забаним. Стой, корова. Это мясо. Стой, мясо. Все, Мума, кекс забанен. Опять он зашел. Ах ты плохой. Она сейчас. Пацан к успеху шел, не фартануло. Так какие там координаты были?
В Гуэль я вернулся. 78. Минус 32, 33, да? Вот 32. А, минус 40, подожди. Минус 78. Минус 47. А, минус 47. Да блин, я не могу. Надо новый туннель. Подожди, минус 78. Блин, какую сторону идти-то, ужас. А, подожди, минус 78, это высота. Ой, блин, ужас, я туплю. Подожди, не минус 70, а минус 47. Девяносто три, окей, 32. Примерно вот тут. Окей. Сложно. Сложно, сложно. У меня кирка заканчивается. Кирки больше нет. Ну все, я за киркой. Кирка, Кирочка. Ауч. Подожди. Найс. Раз, два. Что, фантастик, пельмень тут? Тоже хочешь поиграть, мам? Или ты играешь в Геншин? В
Фантастик пельмень. Подожди, я же мог еще. Зачем нам деревня? Нам нужен портал, а не деревня. Алло, чел. Куда вообще убежал? Фантастик, бомбастик. Можно найти, но пока мы найдем, то 100 лет пройдет, 100 тысяч. Просто пельмень, хорошо, просто пельмень. Как дела, просто пельмень? Или просто пельмень называть? Фантастик, бомбастик. Ой, блин. Местный бык-производитель. Осеменатор, осеменитель. Бычара. Фантастик. Фантастик, бомбастик. Обожаю пельмешки со сметанкой там, с майонезиком. Плюс чат, если тоже любишь пельмешки. Пельмешки имба. Ну, манты тоже вкусные. Манты большие пельмешки. О, сколько железа. Фантастик, бомбастик. Бугай. А пельмень играет в Геншин? Все, ложитесь спать. Играет только майн. Сколько пельменю лет? Мне вот 9 лет, я Dead Inside, я играю в Майнкрафт. Мне 9 лет, я Dead Inside. В ЛС Дискорда? Хочешь помурчать мне в Дискордике? О май. Интересненько. Добывай у нас.
Эх, фантастик пельмень хочет с нами прощаться. Что поделать? Фантастик, бомбастик. На север. Как отличить, где север, а где юг там в Майнкрафте? Смотри, чтобы вода не залилась. Тут спецоперация портал называется. Писать ему украинскую, разумеешь? Нет, к сожалению. Я не понимаю. Но тут есть много зрителей, фолловеров, которые разговаривают на украинском. Но я не понимаю. Ну, возможно, какие-то слова пойму, какие-то нет. Не вразумите. Почему большое количество зрителей на Твиче это украинцы? Не понимаю. Кому? Подожди, -78. Ты где есть-то, я тебя не вижу. А где лава-то? Пипец далеко. Леваш, ты куда меня привел? Ужас. В жопу. Ой, чуть не упал. Украинская мова. Я выкинул.
Ой, дурачок. У меня, оказывается, был полный ресурсами, инвентарями. Два ведра минус получается. Гений игры. Кто гений игры? Правильно. Нейлган. 11. Зачем нам деревня? Мы сейчас в ад пойдем. Чел. Тырым-тым-тырым-тым-тым. Этот Роман ходит там, лутается в одного. Ни хрена нам не помогает. Гений игры. А потом придет на все готовенькое, готовенькое уже. Да? Ваш, я же прав. Одиннадцать, ого, какая ты юная. Еще. Малышка, милашка. Ого, 1000 минус 7, леваш, обалдеть. Ты дед инсайдик? Леваш. Прибаутка, задорно шливая песенка, без которой не, не знаю даже. Прибаутка. Делай кирку, ведра у меня будут сейчас. Ведра. О, спать. Телепузики, спать пора. Милашка, я чуть не задушила одноклассницу. Это за шо это? За шо? Леваша задушила свою одноклассницу, да? Частушка. Thank you.
Тай. Алмазы, скрафти кирку. Меч там. Задолбала весь класс. Надо было тогда уже задушить, если задолбала. Ту-ру-ту-ту. Леваш, хочешь прикол? Сейчас бы был поджаренный леваш. С хрустящей корочкой. Я тебе скидывал кирку. Халёвные эти. Так, два, три. Раз, два, три, еще три надо. Дверь сломала одноклассника, еще все хрень, которые... Обалдеть, вот жутко. Зачем мне кирка? Фантастик, пельмень, крутая тяночка. Опасная получается. Крутая или опасная? Попочите, а? Спасибо. Попочите. Дели мобил. Сервис новый Шигали. Нет, не звоните мне больше. Мне скажешь, что это такая злюка? Да, это милые пушистые снаружи. Мне кто-то, какие-то мошенники звонят, ужас.
Майнкрафт. Ух ты, алмазики, ура! Алмазы. Последняя версия. Все получается. Да, 22. Воздушная тревога. Печально. А чё ж ты не уехал с Украины? А ты в какой части Украины живешь? Не ломать блоки. Это Атернус. Что значит Атернус? Так, минус 13.75. Минус. Ну, 0.0, короче. Привет, Богдан. Нет, это Realms. Это Realms. Кто-нибудь купите, пожалуйста, чтобы я мог ломать блоки. Ой, я вижу, по-моему, или нет? Я вижу... Или нет? А нет. Я думал, там этот уже бастион крепости. Да, можете через телефон. Леваш, напиши код приглашения. Так вот, злые хейтеры. Я крепости не вижу. Видишь крепость? IP сервера и порт. Какой IP? Что такое IP? Я не шарю. Нет. Я не шарю. Ой, я могу его покормить. Это Realms, понимаешь, что такое Realms? Realms.
Realms это сервер, типа сервера в Bedrock. Беги. Я же сказал, Bedrock тебе надо скачать. У тебя есть Bedrock? Ну вот, с помощью код приглашения. Леваш, напиши ему код приглашения. Короче, сейчас сразу ищем лабы все, а не деревню, понятно? Тех, кто будет искать деревню, тех кикаю. Почему я должен все за вас делать? Я не понимаю. Дун-дун-дун-дун-дун. В каком смысле тот же? Thank you.
Бля, Бельмопа, ты меня достал уже. Не легче тебя замутить. Так, фармим дерево, фармим еду, ищем лаву. Идем в ад, ищем крепость, понятно? Те, кто не будет это делать, я кикаю. Код. Я вижу. Чё ты творишь? Делайте все кровати заодно. Ищите шерсть. Тут крипер. Портал где? Координаты где? Десять.
Идите на координаты 48-210. Чего вы тут трётесь? Это бой тревоги, ура. Фантастик пельмень будет жить, ура. Фантастик, бомбастик. Вот же обсидиан. Железо. Тут этого нету, что ли? Тут есть лава. Найс. Так, обсидиан. Погоди, стой. Не торопись. Сколько высота? Так, раз, два, три. Так, ведро. Ого, пельмень, какая ты умничка. Так. Больше лавы нету, да? Нужна одна лава. Хомяк, у тебя тоже есть хомяк? Почему у всех тянок с Украины есть хомяки? У этой, как ее там, у Эли... Энели, Энели тоже есть хомяк, прикинь. Она тоже с Украины.
или... Ложитесь спать или выливайтесь с игры. Все выходите. Или ложитесь спать. Быстро. Ну, я сейчас кикать буду. У тебя хорёк, Лёш, нифига себе. Всё, заходите. Тетти. Хорёк по имени Тетти. Забавно. Тетти. Чёте? Ищите лаву. Срочно нужна лава. Ужас, я чуть не сдох. Сердце мое. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Фуфик. Фуфик. Прикольно, фуфик. Фуфик. Нам один обсидиан нужен, и все. Где все челы, я не понимаю, опять не помогают. Почему нам никто не помогает, я не понял. Ай. Офигеть. Бенти будет, ну ладно. Нашел где, какие координаты? Минус 238, минус 238, 286. Тетя Мотя. Еда пригодится обязательно. Прости меня, свинка Пеппа.
I don't know why, but wanted to write in English. Это с помощью переводчика, что ли? Высоко. No, I speak well. Oh my god. I speak English. You англичанин? Very well. Well, well, well. Very good. Что это вопросы? Вопросики. А где вода у меня там? Не вразумейте. Вы что, не вразумеете? Певка. Умничка. Ну все, портал готов. У кого есть кремень? Защита, нерушимость. Hazard.
5 минут АФК. Сейчас приду. Ой. Thank you.
Привет, Аннелия. Смотри, тут фантастик пельмень. Тоже девочка с Украины. Ты тут фантастик пельмень. Чё, нашли крепость, нет? Браток. Чё, нету, что ли, крепости? Давай пока, Лёш. Ауч, крипер, еще один крипер. Да ты мне там названиваешь теперь. Это какие-то эти... мошенники.
Мне названивают какие-то мошенники. Ужас. До чего дожил? Твич с наушниками. Нравится? Нравится, да? Нравится, нравится. Твич с наушниками. Тут. Я не хочу, не лень, не обязан, не обязан орать, сами орите, не лень. О, Кость. Привыкла, что орут, а кто орёт? Кто орёт? Кто орёт там? Я не понял, кто орёт? Нет, не обязан. Мне лень. Ради Геншина. Геншин подождет, никуда он не денется. Геншин инфаркт. Инфаркт жопы. Бедняжечка. И никто тебя не пожалеет, да? Тум-д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 ум. Дым-дым. Куда он ушел? Дым-дым-дым. 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 Дым. Кто лучше, папа или мама? Почему они меня бьют? Не бейте меня. Эй, ты, я тут. Ссора. Пиши географию, не отвлекайся. Я просто ищу этот, как его. Готовитесь хорошо, блин, на Твиче сидите и смотрите Майнкрафт. Да, хорошо, готовитесь, хорошо. Ни хрена себе, что это было?
Ужас. Ужасно. Отсюда, блин, бесит. Винти. Ужасный ужас. Ладно, я тогда отключусь, скорее всего. Да, печально, Нелли. Не расстраивайся, ты встретишь еще своего Диму. Ладно, я отключусь, а вечером включу Геншин. Давайте, не скучайте.